Для тех, кто только что к нам присоединился, это новости из Вашингтона. По уточненным данным, там произошел взрыв. Шокирующие кадры. Америка никогда не падет. Власти пытаются ответить на вопрос, кто и зачем мог это сделать. От внешнего вторжения. Информация о взрыве не подтвердилась. Возможно, это диверсия. Если мы оступимся... Ситуация резко изменилась. Что, черт возьми, происходит? И лишимся свободы. Вперед, вперед! Это произойдет. Кто-нибудь ответьте! Лишь по нашей вине. Авраам Линкольн. Этим летом. От Роланда Эммериха, режиссера фильмов «День независимости», «Послезавтра» и «2012». Наши секреты. Будут использованы против нас. Сколько у меня времени? Ченнинг Татум, Джейми Фокс, уходим, уходим! Штурм Белого дома. Автор сценария Джеймс Вандербилт, режиссер Роланд Эммерих. С 28 июня.